Aujourd'hui, nous allons apprendre un nouveau thème. Et je pense que c'est justement le thème que vous aimez beaucoup. Et maintenant, répondez aux questions. Aimez-vous le sport? Oui. Oui. C'est le thème d'aujourd'hui. C'est les Jeux olympiques et les sportifs moldaves sur l'arène olympique. C'est un thème très intéressant, mais tout d'abord, un peu d'histoire. Les Jeux olympiques ont apparu il y a longtemps dans la Grèce antique. Les compétitions se déroulaient tous les 4 ans. Le jeu commençait par une cérémonie très belle. On allumait la flamme olympique à l'aide des rayons du soleil et qui était ensuite portée dans tous les pays en annonçant le commencement du jeu. De Mexico en 1968. Valentina Maslowska-Volchova, participant aux Jeux olympiques de Rome en 1960. Il pratique l'athlétisme. Ёрокин возил Лумань за Кавказ и понятно, что я не поехал. Пролетал мимо ямы, приземлился на асфальт, встряхнется и снова. Так с переломанной где-то пяткой или ногой? С чем он там прыгал? С переломанной ногой? Правого глаза у него не было. Вот он слева толкался. Он же планки же не видел. Это интересно, что... И как он прыгал 2.15, скажи, пожалуйста. Да. И где-то он уже прыгал с этой сломанной ногой, что-то у него была пятка, разница, трещина или что-то. Он и поломал фалангу пальцем. Через 2 дня снял гипс. Ел килограммами это самый мел. И тренировался. Вот воля. В сборную попал я, влетел, если так нескромно будет сказано, в 59-м году. Вот. Ну и задача какая была, как у любого, наверное, спортсмена, это не только задача, а мечта, наверное, всей жизни, это Олимпийские игры. То есть желание было огромнейшее. И, как сейчас говорят, дай бог, что это все случилось. Вот. Задача такая перед нашими спортсменами стояла, значит, прыгнуть под мировой рекорд. И в этом случае, значит, берем 3 прыгунов в высоту. Ну, так и получилось в конечном счете. Шевлокадзе до Олимпиады имел 2.14, Большов 2.15 и Брумель 2.17. А мировой рекорд был в то время 2.18. То есть задачу, в общем-то, которую перед нами ставили, мы выполнили. И таким образом попали на Олимпийские игры. Значит, Олимпийские игры, они сложны были в том, что мы прыгали в один день. Ну, люди знают, что есть для того, чтобы попасть на основные соревнования, есть еще классационные соревнования. Вот в то время надо было примерно 2 метра утром, чтобы попасть на вечерние соревнования. Представляете, какой уровень? Сейчас 2.43 мировой рекорд, а тогда 2 метра было. Достаточно, чтобы попасть в 12 лучших. Тем не менее, значит, с 10 до 13 часов мы прыгали квалификацию, народу было много, спортсменов. Через 3 часа начались основные соревнования, и мы закончили в 9 часов вечера. Более 100 тысяч зрителей следили за ходом состязания по прыжкам в высоту для мужчин. Планка уже на высоте 2.12. В Мельбурне она не поднималась выше, а сейчас наш Виктор Большов берет эту рекордную высоту.
Ее преодолевает и другой советский прыгун Роберт Шевлакадзе. А затем и третий Валерий Брумель. Теперь спортсмены делают заявку на высоту 2.14. Прыгает Шевлакадзе. Только он один берет эту высоту с первой попытки. Брумелю приносит удачу лишь вторая попытка. Удачен также вторичный прыжок Большого. Однако есть еще один претендент, самый грозный, рекордсмен Томас. Уверенный в своих силах, он пропустил высоту 2.12, но высоту 2.14 ему удается взять только со второй попытки. Как и народ поддерживал, зрители там кричали, свет давайте, потому что наступила темнота. Стемнело, когда планку подняли на 2.16. Лишь четыре прыгуна продолжали борьбу, из них трое наших. Сумеет ли заработать этот желанный крестик на световом табло и Джон Томас? Он делает вторую попытку безуспешно. И, наконец, последняя, третья попытка. Разбег? Ну! Рухнули последние надежды американских болельщиков. Ну, я вам так скажу, я был еще и на второй Олимпиаде, но вот эта первая Олимпиада, она у меня оставила, ну, не сгла... наверное, до самого последнего вздоха. Это было лучшее, что было в моей жизни. Так, Гера, ты отдохнешь сейчас пару минут? Виктор Павлович покажет, как надо перекидным прыгать. Смотри, как надо прыгать. Во-первых, на команду танец. Все время гадаешь и убегаешь раньше времени. Танюша, ты голдай. Абсолютно не думаешь о том, что нужно выбежать из колодки. А ты делаешь первый шаг, задерживаешься. И получается, что ты сразу проигрываешь суставы. Откровенно сказать, я не очень хотела заниматься легкой атлетикой. Я была не очень гибкая и подвижная в суставах, но любила безумно гимнастику. И когда меня привели на стадион, я была настолько растеряна и с таким нежеланием начала заниматься. Но первая победа, у меня даже есть фотография 49-го года. Вы знаете, она опьяняет до некоторой степени, окрыляет. И вот тогда, когда мне удалось первый раз выиграть, у меня и появилось желание заниматься и стремление добиться высоких результатов. Это были самые лучшие годы, самые яркие. Сейчас, мне кажется, я могла бы сделать больше, потому что добавилось опыта, добавилось тренерского мастерства. Я понимаю, что тогда, может быть, я не так работала, как это надо, и поэтому и успехи были не столь высоки. Но, тем не менее, это самые приятные годы. И самые лучшие выступления, самые для меня самые яркие, для меня. Вы знаете, ведь впечатление – это не только свои собственные выступления, это выступления и спортсменов, которые там выступали. На дистанции сильнейшие стайеры мира, бывалые бойцы длинной дорожки. Но присмотритесь к спортсмену, который опередил всех. Это новозеландец Мюррей Халбер. Замечаете, у него недвижна левая рука. Она парализована с тех пор, как 10 лет назад Халберг получил тяжелую травму. Но он не оставил спорт. Наоборот, он особенно упорно тренировался. И, как видите, не зря. Смотрите, как стремительно вырывается вперед легконогая американка Вилма Рудоль. Феноменальный результат. 11 секунд ровно. Вернемся вновь на дорожку. Какой летучий шаг у Рудоль. Не верится, что до 7 лет она из-за болезни не могла ходить. Но неукротимая воля, приверженность к спорту подняли Вилму Рудольф с постели на этот почетный пьедестал. Волнуетесь, чем это объясняется?
Наверное, тем, что всю жизнь я принадлежу спорту. И тогда, когда выступала, и тогда, когда тренировалась, и тогда, когда только родилась, принадлежала спорту, потому что мои родители занимались спортом. И сейчас, когда тренирую детей, я тоже принадлежу спорту. И, наверное, тогда, когда я выйду на пенсию, я тоже буду принадлежать спорту, потому что я буду волноваться за своих бывших учеников, за своих детей, за своих внуков, которые, я надеюсь, тоже будут посвящены спорту и отдадут всю свою жизнь этому прекрасному занятию. Yo, el último de todos tus amores. Yo, el loco aquel que nunca te olvidó. Hoy te mando estas 25 flores. Такое не забывается. Это любое событие, связанное с Олимпийскими играми, до мелочей, это в памяти впрессовывается окончательно. Были мы готовы неплохо. Наша байдарка-четверка накануне Олимпийских игр выиграла все ответственные международные регаты. Это и в Австрии, и в Дании. И, собственно говоря, для нас вопрос стоял только один. То, что мы завоюем медали, это было бесспорно. Достоинство – это вопрос, конечно. Но мы надеялись только на золото. Предварительные заезды мы прошли нормально, выиграли. Впереди полуфинальный заезд. Взяв старт, мы начали уже выезжать вперед в лидирующую группу. И в это время произошел такой глухой стук. Иллюзии уже, откровенно говоря, уже я лично не питал. Я уже знал, что случился обрыв троса. Только ситуация была неординарной. Нашу лодку повело сразу вправо, на шведов. Мы вынуждены были притормозить, чтобы не помешать шведам пройти мимо нас. После этого мы причалили к берегу, вскрыли себе фартуки, сняли фартуки с лодки, посмотрели, в чем дело, и выяснилось, что на первом номере у Чужикова Николая произошел обрыв троса. Откровенно говоря, нам всем было в несколько раз легче, чем ему. Нам было даже жалко Колю, потому что он и самый старший среди нас был, он и первый номер, это самый ответственный номер. Это номер, который создает ритм гонки, ведет гонку. Короче говоря, это очень ответственный номер. И вдруг у него случилось такое обрыв троса. На него было страшно смотреть. Он переживал, конечно, в несколько раз больше, чем мы. И вот я и сейчас больше, чем уверен, что если бы его спросить, вот это чувство вины неизгладимое, оно у него до сих пор есть. Но зла, конечно, никто не держит ни на него, ни на кого. Лариса Попова, participant aux Jeux Olympiques à Montréal en 1976 et champion de Jeux Olympiques de Moscou en 1980. Il a remporté la médaille d'or au canotage académique. Canotage académique. Larissa Popova, participant
было в тот период, когда я, можно сказать, второй раз начала заниматься спортом после рождения моего ребенка. Вот. И, в общем-то, долго входила в форму. Более 2 лет мне пришлось доказывать, что я, в общем-то, могу добиться высокого результата. Вот. Но непосредственно перед Олимпийскими играми, конечно, такого недоверия не было, иначе бы меня просто не доверили бы выступать на Олимпийских играх. Но соперников у нас было много. Предварительный заезд мы выиграли, попали успешно в финал, выиграли достаточно много. До финальных заездов оставалось у нас 6 дней. Эти 6 дней, конечно, дались нам нелегко. Почему? Потому что мне, как загребной, очень тяжело было в моральном плане. Потому как знали, что можем выиграть. Но 6 дней – это достаточно такой период большой, те обстоятельства, при которых могло сложиться все, и болезнь, и какая-то поломка, и настроение, в общем-то, все могло сыграть, конечно, и привести нас к проигрышу. Вот, поэтому было очень много переживаний, но финальные гонки сложились так же, как предварительные, со стартом мы выигрывали очень много, вот, и затем только это преимущество удерживали. Качанов, партиспант уже Олимпик де Москву, Аминьо в Сант Катрвент, или Пратик для декатлон. Пригадили портреты Валерий Качанов. Показывают какие-то соревнования, тем более легкую атлетику, всегда вспоминается это. Команда у нас была очень хорошая. Все знали слабинки друг друга, маленькие нюансы в десятиборе. После бега на 400 метров я уже был в лидирующей тройке. Ну а что было во второй день? Что ж, пошел дождь. В первом виде я снул свой личный рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Выиграл у всех и сразу резко приблизился к Дели Томпсону. Уже был второй, Юру Куценко. Ну что ж, я был в первой серии. По прыжкам в 6-м мы закончили метание диска. Сразу нас повели без разминки на 6. Возможно, здесь какую-то свою субъективную роль сыграло это состояние. Во время метания диска, после попытки, мы садились и сидели, потому что шел дождь. Видимо, где-то я остыл. И тут же нас повели на 6. Нам сказали, что здесь 20 минут разминки, и мы начинали. Опять-таки шел дождь. Первый по списку должен делать пробную попытку. Даже не прыжок, а пробную попытку. Ну, тут же отключается все, мобилизация. Побежал, где-то не доходя метров 10 до лотка, почувствовал резкий разрыв, типа как резина рвется, что-то такое. Ну, потерял сознание, плюхнулся, когда уже открыл глаза. Рядом уже были судьи. Ну и на этом Олимпийские игры в Москве для меня закончились. Очень тяжело было перебороть себя, когда вечером приехали 2 моих друга хороших, Юра и Сергей, зашли просто меня проведать, и у обоих на шее были олимпийские медали, серебряная и бронзовая. Я же попал в длинный список олимпийских неудачников. Победа – это миг удачи, и ее знают только те люди, как она достигнута, которые прошли через это. А ведь трибуны видят только секунду, когда человек вбрасывает вверх руки,
посылает воздушные поцелуи трибунам, все рады, все думают, как это красиво, как это легко пробежал. А за секундами, за метрами, за десятыми, сотыми кроются года тренировки. И только спортсмены, их тренера чувствуют, знают, каким трудом это дается. Ведь спорт – это большая и трудная работа. Я никому не скажу, что это хобби. Нет, это работа. И человек, который прошел через это, он знает, как это трудно. Когда перед стартом не спишь, когда каждая твоя нервная клетка готовится к тому, чтобы ты выложился и отдал то, ради чего ты тренировался годами. И когда вот эта победа приходит, и казалось бы, все, вот то, чего ты хотел, ты достиг. Вот эта медаль у тебя на шее, твой результат, все это красиво, все это здорово. Но проходит один старт, и ты начинаешь готовиться к другому. И вот в этом настоящая жизнь спортсмена, когда его жизнь не прекращается, только она достигнута. Где-то видов 6 различных видов спорта. Ну, я занимался футболом, и плаванием, и водным поло, фехтованием. И в школе у нас был военрук, ну и сейчас еще преподает у нас. Какой школе? 40-й средней школе на Бубновского. Он привел нас в тир, у нас был в школе тир, и как-то мне там понравилось, мы постреляли, а мне уже наши одноклассники уже здесь занимались. И пришли, меня что заинтриговало, что пошел именно на вот стрельба по мишени бегущие кабаны, это что, видите, оружие с оптическим прицелом, как-то, знаете, там, все-таки маленькие ребята там еще грязят, ну, там, армии там или что, все-таки оптика, знаете, там, снайпер. Там. Вот, да, вот и пошел. Я вообще не верил, что я могу попасть на Олимпийские игры вот в этом году. Потому что я уже, ну как, не был в сборной команде вот последний год, вот 87-й, в сборной команде СССР. Мне тренер говорит, у нас повесили план отбора, и тренер говорит, ты можешь попасть. Я говорю, да ну, Геннадий Ильич, никогда такого не может быть, чтобы практически без международного опыта вот последнее время, чтобы меня взяли на такие соревнования. Второй год у меня как будто бич какой-то надо мной висит. Вот, и потом было собрание среди тренерского света в Москве. Мы взяли на заключительный сбор, и там сказали, что вот ты и еще один товарищ, Луза Сергей из Беларуси, с Минска. Вот, и я его, он мне проиграл очко на этой контрольной. Вот так вот я попал на Олимпийские игры. Но я только почувствовал, что был на Олимпиаде, когда уже вернулся оттуда, уже домой. Вот, когда все начались эти приятные мероприятия, там, вручение подарков, там, чествование, вот только тогда я понял, что на самом деле был на Олимпийских играх. А так даже, находясь в Сеуле, я... Когда так смотришь, вроде бы и ты здесь, а вроде бы тебя здесь и нету. Олег, вот как ты оцениваешь вот эту серию, которую ты провел сейчас? Вот мы видим мишень на экране телевизора. Ну, если смотреть вот только на эту мишень, то я считаю, что это еще относительно так, сравнительно, ну, чуть-чуть выше 60%, так будем говорить. 60 где-то процентов вот, по качеству, потому что, видите, ну, здесь связана еще стрельба. Вот, ну вот чуть маленький отрывчик есть вот на 11 часов вот этот вот. Это желательно, чтобы на тренировке вообще не были один в один. И занимало два раза меньше по диаметру, это чтобы дырочка была, чем сейчас. Ну, тогда, тогда будет хорошо. Какую оценку ты даешь? Где-то так, 4 с минусом. В тебе не было уверенности, что поедешь на Олимпиаду в Сеул. А можно ли говорить сейчас, что есть уверенность, что поедешь на Олимпиаду в Барселону? Ну мне хочется верить, но я просто не хочу говорить об этом заранее. Юрий Башкатов,
Participant aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988, il remporte une médaille d'argent. Regardez, c'est la photo de Yuri Bashkatov. Pouvez maintenant retenir en détail le père de Yuri Bashkatov. Est un chanteur d'opéra moldave. Но, Боже, как играют страсти, матери послушною душой, Земфир. Когда он родился, он был таким смышленым мальчиком, полный, очень был такой упитанный, понимаете? И он в театре даже в спектаклях участвовал, играл. А потом, когда на гастролях были в Сочах, я научил его, в Сочи, вернее, так, научил его плавать. И как и старшего сына. И я у него тогда спросил, я говорю, Юра, ты театр любишь? Он говорит, люблю, но я там никогда в жизни не буду участвовать ни в спектаклях, ничего. Я, говорит, своей дорогой пойду. И вот он выбрал свой путь, как пловца. Юрий Бошкатов на ваших экранах. Студент второго курса пединститута. Из Кишинева, рекордсмен Советского Союза на 200-метровой дистанции. И что вы испытывали в тот момент, когда он вот-вот должен выйти на старт? Вы знаете, мы дома до того переживали, что с моей женой Ларисой Григорьевной даже плохо было, понимаете? Потому что впервые, когда он выступил на 200 метров, он показал плохой результат. А потом уже на следующие дни, когда объявили по радио, по маяку, что он на 100 метров, был в финале и занял 5-е место. Потом, вы знаете, как-то суеверие, не суеверие, я не знаю как, но я пришел в театр, меня поздравляли все ребята, и мы подошли к скамейке, а ребята говорят, вы знаете, завтра будет эстафета 4 по 100, давайте постучим руками по дереву. Вы знаете, и мы постучали руками по дереву, и вот когда на следующий день была вот эта эстафета 4 по 100, и по маяку, по-моему, сказали в 17 часов, по-моему, что ли, что советская команда заняла 2-е место на Олимпиаде. И в числе призеров назвали имя Юрия Бошкатова. Ну, что там говорить. Советские пловцы Геннадий Пригода, Юрий Бошкатов, Николай Евсеев и Владимир Ткаченко завоевали серебряные медали в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Бошкатове как о спортсмене. Значит, очень целеустремлен, настойчив, очень показывает высокий уровень работоспособности. С ним всегда, в принципе, легко было работать. В Барселону, конечно, будем готовиться и постараемся добыть там золото. Сергей Маркович, participant des Jeux Olympiques de Séoul. Il pratique le water polo. Il remporte des médailles de bronze. 20 специалистов было опрошено именно по нашему виду спорта, и все, не все, 18 человек отдали предпочтение нашей команде. Но спорт есть спорт. И пройдя предварительные игры, в полуфинальной игре мы проиграли американцев. Удача отвернулась от нас и не смогли бороться за золото. Очень трудно, когда я проигрывал. Например, проиграл на чемпионате страны вот 88 года
это был чемпионат страны, отборочный как бы на Олимпиаду. Я уже как бы потерял на себя всю одежду. Но Александр Семенович Скрипник, но мы решили принять участие в международном турнире отборочном в Ленинграде. Я еще был только всего-навсего призер Советского Союза. Ну, немножко появилась уверенность, после того, как я выиграл чемпиона страны Пакеева, немножко уверенность появилась так в силах, но все-таки еще коленки дрожали, тем более, что этот кубинец никому 2 года после чемпионата мира никому не проиграл. Вот. В чем сила кубинского бокса? Я считаю, что ихняя сила именно в профессионализме, в отношении к своему, к тренировочному делу. Постоянно они вот берут перчатки, вот эти перчатки, без бинтов, без ничего, на плечо кидают. Бегут с ней, потом раз, закрутит, заходит, становится в пару и все время постоянно отрабатывает на лапах, с партнером. Постоянно вот. А у нас такого нет. У нас как-то приберегаются немножко тренера, у нас такая тенденция. Я считаю, что они нас превосходят именно в профессионализме. К отношению, в отношении к делу своему. Я первый, кто у него выиграл. 20 лет нашему боксеру. Вы, если интересуетесь боксом, так внимательно следите за нашими турнирами всесоюзными и международными, то, наверное, знаете, что есть у нас еще один боксер по фамилии Скрябин, только его зовут Сергей. Они с Тимофеем братья-близнецы. Ну, кстати говоря, характерный эпизод для второго раунда. Сначала Скрябин бьет отходя, а затем сам атакует. Полное преимущество нашего боксера. Все. Нокдаун. Самая трудная встреча была это в четвертьфинале за выход в полуфинал, за бронзовую медаль. С доминиканцем боксировал, со спортсменом из Доминиканской Республики. Де Леон фамилия у мальчика, значит, ну такой сильный атлет, такой здоровенный. Рядом, пожалуй, все-таки больше ударов точных наносит, но оставим за судьями право считать. Не будем предугадывать. Последние 15 секунд. По-прежнему Скрябин работает навстречу, но и пропускает удары. Вот это вот низкая активность Залеона, как бы она ни стала. Отлично, отлично, Тима! 3 секунды. Все. Мне кажется, что оба имеют право вот так приветствовать зрителей, потому что оба работали до конца, сражались до последней секунды боя. Но вот только вопрос в том, чью руку поднимет теперь рефери. Достойно оба сражались, но теперь внимание. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, боюсь, Кирилл. Где-то в левый верхний угол потянулась рука председателя жюри, то есть к красному. Помолчим, помолчим. Итак, 3-2. Синем углу, Тимофей Скрябин, 3-2, первая медаль в сборной команде Советского Союза, как минимум бронзовая, как минимум, повторяю. Я с этим мальчиком, который стал чемпионом Олимпиады, встречался в полуфинале и проиграл ему 5-0, это южнокорейский спортсмен Ким Кван Сун, очень сильный такой, силового атакующего типа спортсмен. Чтобы у него выиграть, я считаю, нужно превосходить его именно в его коронном оружии, технике нанесения ударов на ближней дистанции и средней дистанции. И, конечно, превосходить его в агрессивности и выносливости на ринге. А если бы ты встречался второй раз с ним, как бы ты построил бой? Я не знаю, у меня такая тенденция сложилась. Вот с кем я встречался, во второй раз я у них обязательно выигрывал. Я надеюсь, что если бы я с ним встретился, я бы, наверное, у него, наверное, выиграл. Тима, последний вопрос. Как ты относишься к славе? Вполне спокойно отношусь к славе. Я не считаю, что я такой уже прославленный.
Но я буду стараться, чтобы быть прославленным. Итак, финальный свисток арбитра. На мой взгляд, судьи из Шотландии отработали хорошо эту встречу. 3-0 в пользу сборной СССР. Голы забили Добровольский, Литовченко и Протасов. Поздравляем нашу команду с победой. И вас, уважаемые любители футбола, центральное телевидение, комментатор Владимир Лосаченко. Практически мне удалось вести, ну, скажем, 80% всех матчей с олимпийского турнира. Вот так вот специалисты, о которых я хорошо знаю из многих стран мира, сказали в один голос, что Михайличенко и Добровольский – это настоящие звезды советского футбола. И не случайно вот журнал «Франс Футбол», который я получаю, поместил фотографию Игоря Добровольского под названием «Зерна, которые прорастают». Ну и здесь, в частности, говорится о том, что Игорь Добровольский является одним из самых таких серьезных талантов нашего отечественного футбола, и вот подчеркнуто вместе с Михайличенко. И пройдет совсем немного, и Игорь Добровольский станет одной из звезд советского футбола. Вот что сказано вот в этой надписи. Ну, а на первой странице Вагиз Хидиятуллин, другая звезда советского футбола, который блестяще играет в чемпионате Франции. Я не оговорился. Так что, наверное, такое же будущее ждет и Игоря Добровольского. Первый мой тренер Иосиф Францевич Кайзер. Вот, очень благодарен он за это. Он ездил за мной в раздельную, упрашивал родителей, чтобы меня взять в Тирасполь. Вот, но его настойчивость, мать отпустила все-таки. Вот. И вот под его руководством я так вот пошел понемножку. Ну, а затем уже в Кишиневе. Карев Владимир Тимофеевич и Пивновский Евгений Михайлович. Затем уже была команда Нестор Кишинев. Там команда мастеров, там уже приходишь, ну, не почти готовый, но уже почти, как говорится, готов уже играть на таком уровне. Уже с интернатом я пришел, допустим, уже в неплохой форме. Так что единственное осталось меня как-то поддержать. Вот, чтобы среди мужиков я психологически как-то не растерялся, там не испугался их. Днепр, Днепропетровск, Динамо Киев, Динамо Москва, Торпедо Москва. Ну, в какой бы ты хотел играть, например? Хотелось бы играть в московском Спартаке. Ну, наверное, буду играть в московском Динамо. Вот уже 4 года ты в московское Динамо. Здесь чувствую себя прекрасно. Команда одна из самых молодых в высшей лиге. Вот, ну, не считая еще тбилисского Динамо. Ну и надеемся, что в будущем мы можем сделать хорошую команду. Я думаю, что у него очень большие потенциальные возможности. И то проявление всех качеств, которое было в Сеуле, оно дало возможность считать его одним из лучших футболистов не только этого турнира, но и, наверное, одним из самых перспективных футболистов в Европе.
Олимпиада была для меня последней, потому что я уже не имею права из-за возраста играть в ней. Я рад за команду, за ребят, которые в эту минуту даже в финале Олимпийских игр проигрывая. Ну просто, наверное, было такое чувство, что они уверены, что команда выиграет. Поэтому до конца играли и были вознаграждены, наверное, за это. Все отметили, что ты безупречно выполнял 11-метровые удары. Как говорится, был в сборной штатным пенальтистом. В чем секрет? Секрета нет, просто бью, а вратари почему-то летят в другой угол, не знаю. Николай Журавский, чемпион Джо Олимпик де Сеуль, Миньов Сант, 4-28, и Рапунде, де медали дор, де каноэ. Николай Журавский, le premier sportif mondial, qui a remporté 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Маша, справа не затягивай весло. Раньше вынимай его. Вот так вот. И почаще, почаще пошли. Быстрее выноси. Ведь Коле Журавскому не нужна была ни машина, ни квартира. Он хотел выступать в больших соревнованиях, в больших регатах Олимпиады. Он добился этого. Все блага приходят уже после завоевания этих медалей. Тройнейский и Журавский увеличивают темп. Первые 250 метров пройдено, полкорпуса преимущество. 200 метров до финиша, они впереди. Темп очень высокий, их каноэ стремительно несется к финишу. На вторую позицию выходит польский экипаж. Команда ГДР несколько отстает. Корпус лодки выигрывает наша двойка у своих основных соперников. На втором месте поляки, на третьем ГДР. Лбика Допирала сейчас пытается настигнуть наш экипаж, но это им не удается. Они пытаются теперь уже, пытаются сохранить свою вторую позицию, потому что команда ГДР стремительно двигается на финиш. А впереди, на этой финишной олимпийской черте, которая отсчитывает 4 года, 4 олимпийских года, советские спортсмены Виктор Рынейский и Николай Журавский, представители Бобруйска и Кишинева. Я знаю, что ему было очень сложно попасть на Олимпийские игры. Я знаю, что у него был не один этап отбора на них. И что, в общем-то, тоже сборная команда Советского Союза, по-моему, на него никаких ставок не ставила. Я, ну вот, уважаю его именно за то, что он сумел доказать, что он может выиграть, и он выиграл, и у него большое будущее. Пройдено 500 метров. Посмотрите, какое преимущество. По-прежнему Виктор Рынейский и Николай Журавский. И идут в таком же темпе, как они прошли сейчас 250 метров. Вот сейчас наступает самый трудный отрезок дистанции. Да, самый трудный, где нужно перетерпеть, финишировать, потому что еще рано. Но уже появляется и одышка, и где-то чувство усталости мышцы. И надо перетерпеть это, продержаться хотя бы до отметки 750 метров, от которой уже можно начинать финишировать. Но преимущество настолько большое, почти два корпуса лодки, что, по-моему, сомнений быть не может. К финишу приближаются олимпийские чемпионы на дистанции 1000 метров.
А Виктор Ренейский и Николай Журавский. Ну, давайте еще немножко подождем тогда, когда уже закончится эта гонка. Команда ГДР, ФРГ и Франции. Вот четыре лодки. Румыны постепенно отстают. Команда ГДР сейчас на второй позиции. А преимущество нашего экипажа остается 200 метров до финиша. Преимущество нашего экипажа, вы видите, более трех корпусов. Иван Клементьев говорил, что две дистанции в 76-м году выиграли Петренко и Виноградов. И вот сейчас Ренейский и Журавский повторяют успех Монреальской Олимпиады наших канаистов. Прекрасный финиш. Великолепно проходят гонку олимпийские чемпионы на дистанции 500 метров. И заканчивают дистанцию далеко впереди своих соперников, выигрывая у команды ГДР почти два корпуса лодки. И вот сейчас я слышу, как все комментаторы повторяют одно и то же фамилии наших спортсменов и два слова «Советский Союз». Виктор Ренейский и Николай Журавский вновь поднимаются на высшую ступень пьедестала почета, завоевывая вторую золотую медаль здесь, на Олимпийском канале Хан Ривер, на 24-х летних Олимпийских играх. Чувствуется и усталость, и одухотворенность. И как великолепно смотрится форма. Он у нас не был зачислен в свое время в Центр олимпийской подготовки как неперспективный. Но вот эта воля, вот это желание, неуемное желание победить, тренироваться, сделало Колю Журавским двукратным чемпионом Олимпийских игр. Это великолепный человек. Дмитрий Иванович, Сеульская Олимпиада завершилась, но для нас еще продолжается. Мы ждем Николая Журавского. Что вы испытываете сейчас? Огромную радость. Через несколько минут он будет с нами. Он первый в истории молдавского спорта двукратный олимпийский чемпион. Я был в Сеуле, видел его первую гонку. Верил, что будет и вторая победа. Николай, прими наши поздравления по случаю двойной победы на Олимпиаде. И все же с первым вопросом хочу обратиться к маме. Трудно ждать сына. Это самое нелегкое испытание на свете. И хлеб не хлеб, и соль не соль. Накануне дня его выступления всю ночь не спала. Все время о нем думала. Что там он делает, маленький мой? И когда узнали, что он стал победителем, я и не знала, куда деться. Sub stele trece apa, cu lacrima de-o seamă. Mi-e dor de-a ta privire, mi-e dor de tine, mamă. Vânt cu bafon cuprinde și frunza o destramă. Mi-e dor de-a tale brațe, mi-e dor de tine, mamă. Și când te fără moare,
это вчера и фарт. Ну вот, сын, кажется, прекрасно чувствует себя в хорошем настроении. Обычно перед стартом спортсмены волнуются. Как спалось перед финалом на дистанции 500 метров? Я ничего, а вот Виктор переживал. Коллега, да, Виктор. Он там Эритрея, да. Да. Когда было труднее, на дистанции 500 или 1000 метров? 500 метров. На первой дистанции, так как на второй я чувствую себя увереннее. В предолимпийском сезоне мы не проиграли ни одного старта на 1000 метров. Ну, если они нам передают не старт, Думаю, что и сестра заметила, что ты в хорошей форме. Я думаю, что сурора ля обсерват лукру есть. В спорте есть старт и финиш. В нашей семье получилось так, что я взяла старт, а Коля, приняв эстафету, пришел к финишу. Я занималась легкой атлетикой, имела неплохие результаты, но рада за брата, который достиг таких вершин. Тут педагог, сын Рамура спортului, dar a doilea vreau să spun că a dat finishul Коля. Și l-a hotărât tare plăcut și tare voios și îi dorim mai departe tot aceleași succese și să fie sănătos. Mulțumim, Galina, și noi îi adresăm aceleași întrebări, dar aceleași... Спасибо, Галина, мы тоже рады за Николая, но я смотрю, почему-то мужчина плачет. Плачу от радости. Знаете, мне трудно выражать свои чувства. Я взволнован. Думаю, наш Николай из Киркаеш, из Бернада, он знает, где это. И со следующей Олимпиады, Барселонской, вернется с двумя золотыми медалями. Дин Киркаеш, дин Бернаг. Мы знаем, где он находится. А потом, я смотрю результаты буни и на Олимпиаду următоare, на Барселона. Cred că tot două medalii de aur ar fi. Конечно, помыслы после олимпийского периода полностью связаны с Барселоной. Это подготовка к новым олимпийским играм, и все четырехлетие будет посвящено только этому. У нас возникают новые проблемы, причем проблемы уже совсем другого порядка. Значит, проблемы профессионального отношения к нашему делу. Или еще больше, может быть, высокопрофессионального. Им еще долго выступать, им много, значит, усилий надо в дальнейшем прикладывать. Вот и сейчас мы обыгрываем такие тактические варианты. Мы позволяем себе, значит, отпускать соперников. В нужный момент, значит, все-таки быть с ними наравне, а в решающий момент выигрывать. Ну, стараемся делать это экономно, стараемся сохранить, значит, долголетие в нашем деле. То есть мы его называем профессиональным подходом к делу. Как начали подготовку после Олимпиады, сразу начались сборы сборной страны, сразу мы втянулись в режим, в работу, забыли о славе, как... и начали работать. Будем стараться как можно больше, потому что тот настоящий мастер, тот настоящий профессионал, как говорится, в спорте, который продерживается на протяжении... многих лет на высоком уровне. Но, конечно, мы будем стараться подтвердить это. На последней Олимпиаде мы имели представители видов спорта, которые раньше у нас не выступали. То есть пловцы, боксеры и другие виды спорта. Но мы сейчас хотим расширить и географию этого вида спорта, то есть выступления наших спортсменов. То есть мы надеемся, что будут у нас тяжелоатлеты. Федор Касапов должен выступить уже на Барселону, готовиться. Есть у нас борец Сергей Мурейко. Надеемся мы на выступление Юрия Мостовика. Есть у нас еще представители велосипедного спорта. Надеемся на наши представители других видов борьбы. Пьер де Кубертен, Алан Сен-Девиз, que le principal est la participation. Ces mots sont actuels pour toutes les compétitions et pour vous aussi. Et un de notre champion au tennis, c'est Costa Kirica. Que vous l'avez vu pendant le programme Zled.
ракетка, да. Кис чуть согнут. Угу. Вот да, так поняла. Старайтесь, вот так постарайтесь держать. Хорошо. Давай сыграем еще, ладно? Сыграем. Если тренируешься, то легко побить. А за чемпионом трудно стать, чем простой теннисист. Стал чемпионом? Стал. Где? В районе. Если бы не старался, то бы не стал. Когда отец поссорился с мамой, они разошлись. А потом меня отправили здесь учиться, чтобы стал человеком. Да, я когда хочу плакать, но я думаю себе, надо терпеть. Это вся жизнь твоя. Не надо забыть, что прошлое было. То, что было сделано до сих пор культурой, человеческой мыслью, все то, что было сконцентрировано в олимпийском идеале, достигло своей цели. Человек не страдает, он двигается, занимается спортом, улыбается.